В Чебоксарах появился музей, сделанный в СССР. Необычная экспозиция из старинных вещей разместилась в одном из торговых центров Новоюжного района. Кто собрал эту уникальную коллекцию и какие предметы стали частью выставки, узнавала наша съемочная группа. Найти на выставке можно все, что угодно. Закопченные самовары, проигрыватели, пластинки, пишущие машинки, фотоаппараты, даже тетрадки советских времен. Уникальный экспонат – вот буклет Сергея Есенина. Обращаю ваше внимание, там есть пластинка, написанная голосом самого Сергея Есенина. Это советское время издали, там внутри такая гибкая пластинка. Здесь и купюры с портретами Ленина, и деревянная люлька, и старинное приспособление для домашнего производства пива. Для посетителей Николай Одер сам проводит экскурсии, с удовольствием рассказывает обо всех экспонатах. Вот такие игрушки были у многих в детстве. Миниатюрная или детская мясорубка, швейная машина. Хотя она детская, она шьет, крутится. Во многих домах до сих пор бережно хранят стеклянные новогодние украшения. А Николай Михайлович нашел их на одном из рынков Чебоксар. Коллекцию также пополняют друзья и знакомые. Александр Мышев, к примеру, подарил старинный фотоаппарат со вспышкой. В шкафу, конечно, лежит без дела. Сейчас уже другие фотоаппараты, компьютерные пришли. И решил, принесу. Поначалу музей располагался в его родной деревне Кумашка Шамерлинского района в социокультурном центре «Сувар». Но возникли трудности с содержанием выставки, поэтому все предметы и вещи Николай Одер перевез в Чебоксары. Главное вдохновляет это то, что людям это интересно, приносят и участвуют. Это и история, и дорогие сердцу воспоминания. Ими Николай Одер хочет поделиться со всеми, поэтому и создал экспозицию. Вскоре он намерен расширить фонд музея и открыть в торговом центре большой выставочный зал. Наталья Горова, Марина Корягина, Екатерина Ингалакова. Вести Чувашия.